Последние минуты перед главным выступлением сезона. Самые волнительные. Для многих ребятишек оно станет первым на большой сцене. Очень технологичная сцена, очень много возможностей работать со светом, со звуком. Мы очень часто репетируем на сцене. Это дает определенный опыт на сцене. И как новым детям, так и взрослым намного проще ориентироваться в пространстве сцены, а не в зале. Несколько творческих объединений переехали в Центр культурного развития из других учреждений, но большинство родились именно в этих стенах. Одно из них – детская театральная студия на Ленинградской. Сейчас в ней занимается 5 групп ребятишек в возрасте от 4 до 14 лет. Мы даже были немного удивлены, потому как театральное направление никогда не было сверхвостребованным. Все-таки это такая немножко индивидуальная история, да, про индивидуальные особенности каждого ребенка. Но все оказалось совсем не так. Действительно, студия оказалась очень востребованной, и около 70 человек сразу подали заявки. Чуть больше, чем за полгода работы обновленного учреждения, развивать свои таланты в местных кружках пришли более 1000 пензенцев. Причем найти здесь занятия по душе могут не только дети, но и взрослые. Я хочу пожелать Центру культурного развития еще больше замечательных людей, замечательных подростков, детей, чтобы здесь никогда не смолкал детский смех. И чтобы творческих, интересных проектов было как можно больше.